В американской Айове подводят итоги первичных президентских выборов, так называемых кокусов. Именно в этом штате они стартуют и сдают тон всей избирательной кампании. У республиканцев победу празднует сенатор от Техаса Тед Круз. Несмотря на негативные прогнозы, он обошел миллиардера Дональда Трампа, набрав 28% голосов однопартийцев против 24% у Трампа. Сюрпризом оказался и результат Марко Рубио, считавшегося аутсайдером. Его отрыв от второго места всего 1%. Интрига сохраняется в стане демократов, там голоса еще подсчитывают. На данный момент основные конкуренты Хиллари Клинтон и социал-демократ Берни Сандерс идут вровень. Разрыв 0,2%. Похоже, основной накал борьбы придется на Нью-Гэмпшир, там праймерис уже на следующей неделе. Но есть и первые сошедшие с дистанции. Это сенатор от Арканзаса, республиканец Майкл Хагби и демократ Мартин Умелли. Они официально сняли свои кандидатуры и отправляются домой.